Так, с нас тут у нас. Ну-ка, походу, десь відривалася від чогось. Почтова картка, Ленінград. 16 тисяч екземпляров, площадь. Остання. Так, наступна відкритка. Також має пошкодження. Це у нас Крим. Скала Айвазовського. Тираж 15 тисяч екземпляров. 1925 год. Стикаюсь. Поштова картка, Ленинград. 15 тисяч екземпляров. Арка Красной Армии. Ну, вот у нас, не знаю. Так, дальше. У нас Ленинград. Улица Ленина. 15 тысяч экземпляров. Так, так уж у нас тематика уже видно, что... Крима, Алупка, экземпляр 45 тысяч штук. Такая вот у нас открытка. Крим, Госиздат, Симферополь, Крим, Русалка, тираж 40 тысяч штук. Так, Ленинград. Экземпляр, Казанский собор. Да. Ленинград, Государственный Эрмитаж. Тираж 15 тысяч штук. Опять-таки поштовая картка, Ленинград. Павловская крепость. Дворец искусств. Катастрофа. Ленинград. Екатериновский сквер. 15 тысяч штук. Ленинград. Проспект 25 октября. 15 тысяч экземпляров. Прикольная открытка. Мандат. Конкурент. И такая открытка интересная. Ну и вторая. 15 тысяч экземпляров. Ленинград, площадь Декабристов. Ленинград, Львовский мост под каналом Рыбоедова. Тираж 15 тысяч штук. Так, у нас тут Ленинград, памятник Ленину, 15 тысяч. Изображение на сластиковом гнезда. Крым. Сластиковое гнездо. Так, это наша рука красивая. Это у нас ночь в Крыму. Поступка наша открытка. 30 лет. Хат. Почтовая картка. 15 тысяч экземпляров. Кстати, гарно. Санкт-Петербург, храм Воскресения Христова. Нехай Воскресенье еще написано по старым. Да, спортивная открытка, здесь она была приклеена. Честно, не дарлась вместе. И
вместе с надписом Бендеры, Нефтер. Семейный культурный союз России. Так, что у нас? И склеивать мужские общие звук. Так, вот у нас почтовая картка. Сказ почтовая карта, стеснение, Христос воскрес. Было прибыть с яшками. Много поздравляю вас с праздником, что вас желаю вам. Ну, вас первого года. Первый Викиненковый. Немножко такая прекрасная открытка. И так, Христос воскрес. Вот здесь было прибыто. Подходим. Самосветы. Вот такая вот с утратами открытка. Конечно же, когда Одесса, Кантина Гавань. Почтовая карточка, 1916. Так, такая вот открыточка. Открытое письмо, и так, это уже открытка. Брать. Так, и последняя открыточка женская. Потерянная вот эта. Тоже лишь просто штампом печаталась. Открытое письмо. Может, зарядилась, не знаю. Так, ну что ж, на цьому буде наше відео з відкритками завершувати. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, прошу підписатися. Пишіть коментарі, задавайте питання. Дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.